Перешанов уникальный, уникальный, абсолютно уникальный человек. Перешанов декрепит. Он настоящий, со всеми плюсами и минусами художник. Пелесан un grande uomo di cinema. Первый раз я приехал в Армению, первая неожиданность, это что Арарат стоит не на армянской земле, а нам надо было снять так Арарат, чтобы ничего не мешало, чтобы это было ощущение, что он в Армении стоит, Арарат. Мы добрались до пограничников, уговорили их пройти туда вперед, чтобы никаких строений не было, нам разрешили. Продвинулись туда, потом пограничник нам говорит, ребята, давайте быстрее заканчивать, потому что от вашего объектива может быть отражение, а они оттуда стреляют. И мы тогда быстро-быстро это дело закончили, съемки, свернули камеру. Но мы были ближе всех к Арарату. Вот. Никого больше туда не пускали, а нас пустили.
Талант с кино сочетается мало, потому что то, какой он человек, и то, каков он художник, это он может быть живописец, поэт, писатель, но представьте себе, что он должен зависеть от погоды, оператора, группы, экспедиции и всего того, что сопровождает наше синтетическое искусство, трудно представить себе, как можно удержать внутри себя и искусство. А это уже Божья благодать. По-моему, Шаляпин сказал хорошую фразу про армян. Он сказал, когда армяне занимаются какой-нибудь штукой, в результате все равно получится искусство. Шаляпин сказал. Увидишь, вот армяне, вот видишь, ковыряются, там обязательно получится искусство в результате. Познакомились мы с Артуром в Авгике. Предложил мне делать с ним фильм «Начало». Ну, начало было хорошее. Значит, он пересмотрел материалы документального. Не метры, километры. Он пришел с предложением, снимаю кино, но об этом никто не должен знать, как мы будем это делать. Заинтриговал. Значит, документальное кино. Он набрал хроники много. Очень много. Но нужных кадры иногда были по 7-8 кадриков, а ему надо это было увеличить. Я сидел в комбинированном цехе съемок, вот, и все это ему делал. Увеличивал длину, переворачивали в обратную сторону, ускорение, высветление, все, что нужно было. Затем он начал делать предложение, поедем в Ереван, снимем фильм «Мы». Ну хорошо, поедем, пока каникулы.
И эта поездка затянулась на 8 месяцев. Картина планировалась быть полнометражной. И мы ее сняли, и он ее смонтировал под полнометражным, без единой реплики, без единого синхрона. Она смотрелась полнометражным фильмом с музыкой, рассказала об истории Армении. Потрясающе. Ну вот его скандальный характер, чем они могли ему ответить, это урезать ее, по-моему, до 25 минут. А так она была 1:20, 1:30. I suoi lavori, specialmente il viaggio dei pastori che portavano le pecore in alta montagna, sono rimasto proprio abbagliato dalla forza di quest'uomo. У меня какая-то была гордость за режиссуру, когда я посмотрел первый раз его картины, и потом на перезаписи посмотрел, какой тщательностью идет работа. Мне гордость была за режиссуру. Вот редко такое у нас бывает, правда? Вот гордость такая за профессию, вообще за достоинство. Одновременно с тем мне показалось, что век короток очень у этого кинематографа, такого кинематографа. Мне, честно говоря, нужен был человек, который смонтирует хронику, такие куски для Сибириады, и поэтому я кого-то спросил в архивах. И мне посоветовали нескольких людей. Первый попал в этом списке, появился Артур. Он произвел впечатление абсолютно фанатика и сумасшедшего. Наверное, он и есть сумасшедший. В хорошем смысле слова. И, собственно, так началось.
Thank you.